что три, и все поймут, что это и есть старт флешмоба, и вы его раздавите. Вы готовы? У вас есть какое-то магическое заклинание? Может, вы хотите что-то сказать? У меня была свистулька. Это национальный, да, наш украинский символ, да. И я просто нечаянно его разбила в Донкастере. Я думаю, что в скором времени он сделается. Это мой как бы оберег, да, талисман. Вот я обычно в него свистела. То есть нам сейчас всем вместе надо будет свистнуть, это и будет знаком на начало раздавливания арбуза, да? Да. Ну, мужчины, я тогда попрошу, давайте я с командой на счет три, мы все свистнем, и Ольга Лещук попробует раздавить этот арбуз. Сейчас, Ольга, я вам рядом сразу выкладываю полотенце. Вы поняли, что это тоже аксессуар в этом мероприятии. У кого огромный арбуз, то, наверное, нужно большое полотенце. У вас есть такое. Итак, мужчины, мы готовы свистнуть, готовы поддержать. А женщин попрошу тогда, кто может, кто не снимает, ну как-то подаплодировать, как-то поддержать нашу спортсменку. Временем мы не ограничены, то есть у нас нет ни 10 секунд, ни 20. Это до полного раздавливания арбуза. Еще один только маленький вопрос. Арбуз должен как-то очень откровенно лопнуть перед всеми, или достаточно, что он просто треснет, и это уже есть фиксация того, что арбуз раздавлен? Да, достаточно, чтобы он только треснет. Ну, вроде бы все очень просто, посмотрим, как это выглядит по-настоящему. Итак, мужчины, просьба подготовить ваши свистульки. И на счет три мы засвистим, а Ольга будет устанавливать новый флешмобовский рекорд. Итак, раз, два, три. Ура! Рекорд состоялся. Вот видите внимательно, то есть произошло лопание арбуза. Действительно, это произошло очень быстро, но мне кажется, это очень нелегко. Я приглашаю всех присоединиться к Crush Watermelon Challenge. Поддержите меня. Первое это будет делать Лидия Гунько. Какой вам так всем сделать?